Мы вновь хотим обратить ваше внимание на то, что ювелирный завод «Красная Пресня» создает не только светские украшения высокого качества, но также и изделия религиозной символики. Например, вот такой автомобильный триптих из серебра 925-й пробы в покрытии оксидирования с элементами выборочного родирования. Без вставок. Изображение иконы Богоматери Казанской, ликов Спасителя Иисуса Христа и святителя Николая Чудотворца, умиротворенное изображение этих христианских святых образов поможет вам успокоиться и сосредоточиться на безопасном вождении, внимании и сконцентрироваться на дороге. Высота изделия 45 мм, длина 85 мм, паспортный вес 37,6 грамма.